Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. Сегодня я буду говорить о бугенвиллии. Называется она Ладумару Баринг. Ну, может, немножко неправильно я произношу с английским, не очень у меня. Вот я хотела вам, я его уже показывала, и сейчас, что она, вот посмотрите, желтая. И когда она отцветает, вот был такой хороший у меня здесь пучок цветов, предцветников, и все они были желтые, а сейчас посмотрите, как она, какая она стала. Она стала, ну, какая-то телесного цвета. Вот. Она не выгорела, не выгорела, а просто поменяла цвет и стала вот такая. Вот от такой желтой. Вот такая красивенькая была, желтенькая. И стала вот такая бледненькая. Ну, тоже она, не скажу, что некрасивая она, ну просто такая стала бледненькая таким цветом. Цвела она долго, вот видите, все у нее уже тут опадывают они. Ну вот сейчас я вам хотела показать, и вот распускается уже все сильнее и сильнее. Double Red. Вот, это махровый сорт у нее. У меня тоже веточка красивая цветет, все сильнее распускается. Ну вот тоже у нее, посмотрите, сейчас я эту отставлю поближе, эту поставлю. У нее вот серединка у нее, вот видите, красная прям. А вот эти вот уже предцветники крайние, они у нее становятся розовыми. Видно немножко, да? Как она розовеет. Ну вот, когда она начинала только, она прям темно-темно была. Красная, а сейчас немножко становится как бы, ну, здесь красивые красные, а краешки у нее уже вот здесь вот эти вот становятся розовые предцветники. Ну, тоже меняет красочку, не совсем уж так кардинально, как это стало бумажкой. Ну вот, такие вот они, изменчивые бугенвиллии. Ну а на сегодня все. До свидания. Что хотела, вам рассказала. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Я вам еще что-нибудь буду показывать интересного. До свидания.